На торгах Sotheby's в том же Нью-Йорке за рекордную сумму продан учредительный договор о создании фирмы Apple, ныне одной из самых дорогих компаний мира. Документ на трех страницах, датированный 1 апреля 1976 года, ушел с молотка больше, чем за $1,5 миллиона. На нем стоят подписи трех основателей – Стива Джобса, Стива Возняка и Рональда Уэйна, которому принадлежали проданные бумаги. Уэйн вышел из состава учредителей уже через 10 дней, разочаровавшись в компании, а спустя несколько лет продал свой экземпляр договора частному коллекционеру. Торги начались со $100 000, но никто, включая устроителя аукциона, не ожидал, что за свидетельство о рождении Apple предложат больше миллиона. За реликвию боролись около трех десятков потенциальных покупателей, но досталась она главе медиахолдинга из Латинской Америки.